Андрей Воробьев посетил с рабочей поездкой Лобню. В Рио губернатора интересовало состояние железнодорожного переезда. Увиденным глава региона остался недоволен. Переезд закрыт по 7-8 часов, в то время как ежедневно через него проезжают около 15 тысяч автомобилей. Результат – километровые пробки. Воробьев заявил о необходимости перестраивать такие объекты. Переезд в Лобни – один из 16, который власти намерены реконструировать. Вот этот переезд будет сейчас проектируется, и через 2 года будет построено современное инженерное сооружение. Облегчить дорожную ситуацию в столичном регионе, по мнению ВРИО губернатора, также поможет расширение ЦКАД. Первые участки кольцевой автодороги, отметил Воробьев, должны быть запущены не в 2019, как планировалось, а в 2017. Необходимо решать и насущные вопросы, одним из которых глава региона назвал пробки перед шлагбаумами на платном участке трассы М4 Дон. Андрей Воробьев добавил, власти региона в курсе проблемы и работают над ее устранением.